15 тысяч. Не шутите. Не шутите. Так. Будем ждать батюшку, наверное, да? Идет батюшка? О, сейчас тут будет. Царю небесный, утешителю души истины, и живет здесь, и вся исполняя сокровище благих, и жизни подателю, приди, селися в мы, и очисти мы от всяких скверны. И спаси, блаже, души наша. Благослови, Господи, прибудь с нами. Тебе слава веки веков. Аминь. Аминь. Так, вы видите, пока я минут на пять отлучусь, потом я присоединюсь к вам. Батюшка дал слово мне. Разрешите, во-первых, покаяться, братья и сестры. Приношу покаяние, потому что в литургии вышел такой казус по моей вине, что литургия оказалась неполная. Не было прочитано второе послание апостола Павла, второе апостольское чтение, которое должно было быть прочитано. А вторым, поэтому разрешите мне восполнить этот пробел. Покаявшись, нужно принести достойный плод покаяния. Да? Ну вот я и это и сделаю сейчас. Вторым апостольским чтением должно было быть чтение отрывок из послания апостола Павла к евреям, с 7 по 16 стих. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, взирая на кончину их жизни, подражайте их вере. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Учениями различными чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы, занимающиеся ими. Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии, так как тела животных, которые кровь для очищения греха выносятся первосвященникам во святилище, сжигаются вне стана, то Иисус, дабы освятить людей кровью Своей, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертвы хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его.
Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Аминь. Прекрасное место. Из этого места хочется еще раз подчеркивать вот это последний стих, который мы говорим всегда, когда собираемся здесь. Вот таковые жертвы общительности угодны Богу. А если мы избегаем этой общительности, ну, значит, творим то, что не угодно Богу. Если нам здесь скучно, если нам здесь страшно или неудобно, или не хочется здесь быть, ну, тогда мы творим неугодное Богу, выходит. Так ведь, по Слову Божию выходит. Так, другого толкования не должно быть здесь. Еще напомню о том, что уже батюшка говорил об этом, но напомню, что сегодня мы поминаем память и совершаем память святых отцов 7-го Вселенского собора. Дата 8-е, по новому стилю 21 октября. В 8-м столетии император Лев Кесавриец воздвиг жестокое гонение на святые иконы, которое продолжалось при сыне его и внуке. В 787 году против этой иконоборной ереси царицей Ириной создан был 7-й Вселенский собор в городе Никее, на который явились 367 отцов. Вселенские соборы, которых было всего 7, а восьмому якобы не быть, да, говорят, собирались для уяснения вопросов веры, непонимания или неточное истолкование которых вызывало смуты и ереси в церкви. Также на соборах вырабатывались правила церковной жизни. В конце 8 века в церкви обозначилась новая ересь – иконоборчество. Иконоборцы отрицали почитание земной святости Матери Божией и святых Божьих угодников и обвиняли православных в поклонении тварному созданию – иконе. Вокруг вопроса о почитании икон возникла ожесточенная борьба. На защиту святыни поднялись многие верующие, на которых обрушились тяжкие гонения. Все это потребовало дать полное учение церкви об иконе, ясно и четко определить его, восстанавливая иконопочитание наравне с почитанием Святого Креста и Святого Евангелия. Святые отцы 7-го Вселенского собора собрали церковный опыт почитание святых икон с первых времен, обосновали его и сформулировали догмат об иконопочитании на все времена и для всех народов, которые исповедуют православную веру. Святые отцы провозгласили, что иконопочитание – это законоположение предания церкви. Оно направляется и вдохновляется Святым Духом, живущим в церкви. Изобразительность икон неразлучна с евангельским повествованием. И то, что слово евангельское сообщает нам через слух, то же самое икона показывает через изображение. Седьмой собор утвердил, что иконопись есть особая форма откровения божественной реальности, и через богослужение икону божественное откровение становится достоянием верующих. Через икону, как и через священное писание, мы не только узнаем о Боге, но познаем Бога. Через иконы святых угодников Божьих мы прикасаемся к преображенному человеку, причастнику божественной жизни. Через икону мы получаем всеосвящающую благодать Святого Духа. Каждый день Святая Церковь прославляет иконы Матери Божией, празднует память святых Божьих угодников. Их иконы кладут перед нами на аналой для поклонения живой религиозный опыт каждого из нас, опыт нашего постепенного преображения через них, делает нас верными чадами Святой Православной Церкви. Это истинное воплощение в мире трудов святых отцов 7-го Вселенского Собора. Именно поэтому из всех побед над множеством разнообразных ересей одна только победа над иконоборчеством и восстановлением иконопочитания была провозглашена торжеством православия. А вера отцов семей Вселенских соборов есть вечная и непреложная основа православия. Дальше здесь дается догмат, тропа святым отцам 7-го Вселенского собора, который вы сегодня слышали. «Препрославленный Иисус Христе Божий наш, светило на земле отцы наши основавы, и теми ко истине вере всяны наставивай, благоутробни слава тебе». Короткий отрывок, я не буду его весь читать, отрывок из книги Г.И. Круга «Мысли об иконе», о 7-м Вселенском соборе. В своих определениях 7-й Вселенский собор неоднократно указывает, каким должно быть иконопочитание, каким должно быть почитание святых икон, каким образом икона может быть спасительна. Основной смысл почитания икон собор полагает не в почитании и поклонении самой материи иконы, запомните это,
не в почитании и поклонении самой материи иконы, но в почитании самих, не в почитании самих досок и красок или мозаичных плиток, но в том, чтобы в духовном усилии, взирая на образ, возвести понимание самому источнику образа, невидимому первообразу Богу. Такое исповедание почитания икон Седьмым Вселенским Собором ставит священное изображение как бы на грани видимого и осязаемого мира и мира духовного, божественного. Икона становится как бы видимым символом невидимого мира, его осязаемой печатью, и смысл ее быть светлыми вратами неизреченных тайн путем божественного восхождения. Кто заинтересуется, могу оставить это и прочитать дальше. Батюшка? А что продолжать? Сегодня, как видите, нет Игната Тихоновича здесь. Это вот подошел ко мне перед службой и говорит, сегодня будешь вести до конца собрания. Но это, знаете, несерьезно с его стороны по отношению ко мне, потому что я его никак заменить не смогу однозначно. Потому что мы совершенно разные люди. Люди в плане того, что мы живем в разных условиях. Я живу в миру, а он живет как отшельник дома. Он занят постоянно 24 часа в сутки божественным, а я суетой мирской. Плотью однозначно. А я суетой мирской. Поэтому для того, чтобы провести это собрание, он сам это неоднократно повторял, и мы это все знаем, нужно готовиться в течение недели всей. А я для того, чтобы приготовить вам проповедь, могу только оторвать из своего суетного мира 2 часа. Вот проповедь я готовил, наверное, за то, что вчера, 2 часа. Для меня это уже много, потому что, понимаете, ну... Понимаю, я вас слышу. Столько нужно другого знать и все говорить понятно. В другой аудитории. Так что простите меня, ради Христа. Спасибо, Христос, за уши. Ну, прошу. Давайте. Благодарю всех вас за вашу молитву. Вот, потому что поездка была и дальняя, и, так скажем, хоть с небольшими, но с маленькими, но и опасностями было, но слава Богу, все, значит, хорошо было. Вот, я доехал до Москвы, там меня встретил отец Иоанн на машине, приехал встретить в Москву, там 218 километров Тула от Москвы. Вот. Встретили. В этот же день еще приехал из Бреста наш друг, отец Петр Пешка, из-под Бреста, он там в Белоруссии служит. С отцом Иоанном мы 36 лет дружим, а отец Петр после семинарии, в семинарии познакомились в первый год, 85-го года мы с ним поддерживаем дружбу. Вот. На другой день мы выехали, поехали, так он не был никогда, отец Петр, отец Иоанн решил, что поехали мы в Дивеево. Где там Серафим Саровский, где там эта канавка. Все, приехали мы, ночевали, и другой день мы полностью там пробыли. Побыли, везде там побыли. Ну, общения какие там? Таких общений не было. Ну, где я только с кем немножко знакомился, всем давал визитки наши. Вот. Там много пришлось в этом монастыре, я много раздал. Потому что там много паломников отовсюду приезжают, там автобусами. И все, поэтому так пришлось еще немного. Большие там храмы на одной территории, там, я не знаю, там около 10, наверное, храмов. Храмы все великолепные такие, там миллиарды, наверное, долларов заложено в эти храмы, не рублей, а потому что там такие спонсоры, висит доска, кто спонсоров, там Газпром, там Нефтепром, там Дерибаска. Там, ну, все какие там банк, Альфа-банк, там, Сбербанк, и ВТБ там 24, то есть все, что есть, все там, значит, это. Не просто так там строят, потому что все дорого это строится. Вот. Ну и побыли, потом мы выехали, вернулись домой. Мы в субботу-воскресенье были на приходе отца Иоанна. В воскресенье мы служили все вместе, значит, помолились. После службы они, значит, меня приветствовали, пожелания мне выдавали. Вот, отец Иоанн такой говорит, я букет тебе преподнесу, букет из Священного Писания. Вот. Примерно он минут, может, 15 этот букет сплетал мне. Это можно будет на видео, я дам, потом снимут, и можно будет посмотреть.
Вот. Ну, прихожане все, там тоже были, ну, на службе у них примерно человек 40, может быть, было, 50-то. Там же я визитки объявил и всем потом на стол положил, и люди подходили, брали просто, кто желает, брали. Вот. Ну и на другой день мы в понедельник выехали, поехали мы в Ростов-Великий, были в Ростове-Великом. Перед этим заехали там так называемая Свято-Алексеевская пустынь. Вот, раньше там была какая-то усадьба, был там храм, потом все это было закрыто, разрушено, священник там, и вот там у них, как скажем, православная классическая гимназия. Детей у них там, дети ходят все в форме, девочки в таких сарафаны длинные, голубые, и белые фартуки. И подвязана косыночка, как вот примерно где-то все видели, там сестры милосердия там еще то в прошлое время. Да, вот так подвязаны ходят девочки в такой форме у них. Вот. Ну а мальчики просто как вот гимназические такие костюмчики у них. Есть отдельные, которые как кадетский корпус там еще у них. Всего детей у них там 460 человек. Занимается один отец Алексей, священник. Ну, там помогает ему, конечно, что, но главное, что руководит всем, это он. Его мы не видели, его не было, он где-то был в отъезде. Все. Вот. Такие у них классы, посмотрели, какие классы у них там. Все оборудовано. Ну, хорошо сделано. Скажем, не в каждой такой школе где-то это найдешь. Храм у них где. День начинается у них с молитвы, с краткой молитвы в храме. Вот. Ну, храм, значит, они не все вместе, там собирается один, там в другом корпусе другой, там такой же домовой храм небольшой. Да. Вот. Ну, у них там какое-то хозяйство есть, там держат они, и козы есть, там и коровы, вот, лошади есть. Где они там зашел манеж, где они катаются на лошадях, это занимаются с ребятишками. Дети со всей России, скажем так. Встретил даже один паренек из Киргизии. Я с ним поговорил, оказалось, что он почти с тех же мест, где мы жили. С Киргизии даже, киргиз есть. Но православные. Значит, он. Дети разные. Есть, которые, значит, такие, что, скажем, там, из неблагополучных или сироты. Вот. А есть просто родители, которые, ну, желают, чтобы ребенок там как-то воспитывался под таким надзором, то есть и такие, которые вот. Разрешают неделю раз родителям видеться с детьми. На каникулы надолго не отпускают, потому что если на все лето, говорит, отпустить, то приезжает уже ребенок, нужно с ним снова начинать все сначала. Ну, а так побыли. Там у них музей, очень такой музей, я скажу, что не в каждом даже... В областном городе есть такой музей. Разные. Там вот, допустим, коллекция бабочек. Бабочки. Ну вот комната побольше этой вот будет комнаты. Начиная все стены, все бабочки разные, со всего мира. Бабочки там эти разные, там тарантулы, все подписано, какая и что это есть. Там, наверное, десятки тысяч. Можно так сказать. Другие там музеи там разных зверей, чучела, там птиц. Вот это тоже у них музей. Большая очень библиотека у них. Разные там, значит, книги. Я спросил, сколько томов. Ну, что-то она сказала, а томов, может, 1030, говорит. Так. Большая очень, большой зал, где библиотека. И приходят, смотрю, которые постарше ученики, видать, приходят в библиотеку, как читальный зал, и занимаются там. Ну, там вот мы побыли, и потом вернулись в Великий Ростов, там ночевали мы в Великом Ростове, в монастыре, уже мы приехали поздно, там ни с кем особенно-то и не было. А утром мы уже выехали в Троице-Сергиевую Лавру, на другой день было торжество, значит, день памяти преподобного Сергия Радонежского. Народу там, ну, тьма народу было. Ну, мы как-то так прошли, батюшки, что живого патриарха видел примерно... В шагах в 10 стоял патриарх, там митрополитов, ну, не знаю, там не один десяток, только митрополитов было, наверное, и все. Ну, служба так слаженно прошла, быстро, не задерживаясь. Потом был молебен на площади, там это тоже прошли так. Патриарх сказал на площади, потом слово сказал. Ну, как всегда, кто слышит его, вот он
так еще бодро говорит, не как патриарх Алексей говорил. Ну и мы уже в этот день там вернулись уже домой. На другой день отца Петра мы проводили. Уже и в понедельник, на другой неделе, мы с отцом Иоанном выехали. А нет, в субботу мы пошли закупать продукты на базе. Мы закупили продукты где-то на 50 тысяч примерно. Так вот было около этого. Разные продукты там, ну, крупа, в основном рис, гречка, там, овсянка, консервы различные, там, и мясные, и рыбные консервы, вот, овощные, там, такое, что не портящиеся, скоро не портящиеся. И пришла машина, потому что мы думали, что увезем на своей машине отца Иоанна, но оказалось, что это не под силу, потому что там еще было принесено со школы, ребятишки там рядом отца Иоанна школа средняя. Со школы там принесли тоже, может быть, центр продуктов разных, они таких тоже. И средствами немножко там насобирали ребятишки. Поэтому пришли, мы позвонили, оттуда шах, пришла машина «Газель» специально. И когда мы на базе все это закупили, загрузили «Газель», и наша машина, и мы во вторник мы выехали. Уже туда поехали. В понедельник, примерно, в понедельник мы выехали. Приехали во вторник, у нас там, мы этот выгрузили весь груз там в гараж, где останавливались у брата отца Иоанна, Павла Николаевича. Вот. А во вторник грузили уже на машины, которые там казаки должны были везти, потому что гуманитарный груз просто так провести невозможно. Наша таможня не пропускает. Нужно сертификат на каждый продукт. Разрешение, значит, там это бумага от санэпидстанции. Ростех там надзор какой-то там это есть еще. Теперь должно быть прошение от той стороны, что они нуждаются в этом. И теперь это все должно быть утверждено там где-то на высшем уровне, только тогда можно провести. Но они так, они 6 машин их было, казаков, и их там 12 человек было, и нас двое. И распределили, что так, а на каждого человека по 200 килограмм можно провести, как для родственников. Поэтому у нас получилось по 200 килограмм на человека, поэтому на таможне не было никаких этих. Вот, переехали границу, а там уже нас ожидали те казаки. С той стороны уже вооруженные они, все в этом переоружии, как сопровождающие. И колонны тогда мы уже пошли туда, в сторону Луганска. Вот. Ну, до Луганска там это еще было километров 60, там на пути был город Антрацит, называется, Антрацит. По дороге останавливались, в сторону там отъезжали, где смотрели, где прошли бои, какие разрушенная техника этих украинских военных сил, которые там танки, сожженные, там сорванные башни, бронетранспортеры, машины. Вот, мы там фотографии делали, так фотографировались. Одну колонну, они, видать, там со снарядами была колонна, стояла в лесополосе. Ее накрыли, там 6 машин, наверное, было, ЗИЛы, такие трехосные, большие, военные. Ну и вот их там разбомбили, эту колонну. И прям снаряды, кучами лежат снаряды, не разорвавшиеся снаряды лежат еще. Некоторые, которые взорвались, а которые, ну, не хватило им там детонации или что нужно. Они прямо берешь новенький, совершенно его. Можно его в дело еще и пускать. Вот такие. Ну, конечно, такое видение. Вот как видели, может быть, там Курская дуга, когда показывают, там как потом танки, это техника вся. Вот точно так же вот это все. Сожженное, это воронки рядом, это все. Ну, таможня наша, а украинской таможни нету. Ее полностью всю, она вся разгромлена. Там все, одни эти островы торчат, где полностью ее там, значит, разрушили. Они будто бы так говорят, что они там стояли, когда военные заняли таможню. Ну, а им сказали, освобождайте там те. Ну, они, нет, мы будем, значит, ну, и тогда их там, короче, разбомбили. Нет, там, дорога от... Россия от Новошахтинска и до Донецка, как скажем, охраняемая, свободная от той силы, от украинской силы. Там полностью, значит, здесь, где Антрацит, здесь охраняет, занимает казаки,
Вот. На каждом перекрестке, пока доехали мы там километров, наверное, 60 до Атроцита, на каждом, где перекресток есть дорога, там стоит блокпост. Это 4 блокпоста проехали мы. На блокпостах там эти уже стоят вооруженные казаки, они проверяют это. Вот. Но нас сопровождали, они уже вооруженные были, потому что, говорит, может всякое быть. То есть могут и обстрел быть, и все. Нас, если, говорит, начнется обстрел, то выскакивайте и в кувет и ложитесь, не шевелитесь, говорит. Голову прижмите и не шевелитесь тогда. Ну, так они уже, на всякий случай, потому что здесь не было уже. Далеко там это где было. Вот приехали мы, груз этот сдали на склад. Там приняли этот груз на склад, там еще за нами еще приехали, там какие-то откуда привезли. Склад там большой такой. Ну и они потом этот, значит, в 10 дней раз они готовят, там волонтеры приходят, готовят пакеты, складывают по сколько там, ну, килограмм, потому что мы-то брали там по 50 килограмм, допустим, мешок, мы не будем же брать по килограмму, а такие брали. Теперь они там развешивают по сколько и в 10 дней раз эту гуманитарную помощь раздают нуждающимся. Объявляют по телевизору с бегущей строкой, что такого-то числа, с такого-то по такое-то время будет раздача, значит, гуманитарной помощи. Вот. Кроме того, они еще питают ежедневно 800, говорит, 50 человек где-то кормят там в столовой при бывшем профтехучилище, говорит, в столовой, и там кормят. 850 человек в день кормят. То есть с этого же, с этих продуктов. Вот. Но с населением, с простым, нам так, я только дорогой мы шли, там пошли до храма пешком, там на улице тетка продавала муку, ну немножко поговорил я с ней. Вот. А так не было у нас, потому что мы были там недолго. Вот в этот день нужно было вернуться назад. Вот, мы ждали и все. Там потом было у них, значит, награждение. Пришел атаман. Вот он комендант города. Полковник. Комендант города. Этого. Вот у них там уже все свое ГАИ, значит, и все. Ну и так. В один храм мы заходили, там храм хороший батюшка строит и прямо показывает возле, ну, метров 10 от храма. Воронка, вот снаряд упал возле храма там, что, ну, не долетел до храма немного. Магазины, некоторые магазины есть открытые, небольшие там, работают, что-то продают. Вот, а в основном все, где по дороге ехали, где были там по дороге, как у нас там кафе, какие-то ресторанчики, все заколочено досками, все закрыто. Нигде ничего нету этого. Транспорт в городе и там... Где в пригород ходит, транспорт бесплатный возит. Потому что людей нету ни пенсии, ни заработка, ничего, дохода нету. Только заправляют они, казаки, где-то бензином, значит, заправляют автобусы, и он возит. Ходит по расписанию там, как они, как-то. Вот. То есть бесплатно общественный транспорт. Ну, в школах вроде бы занятия, говорит, начались, а в школе занятия начались. Разрушений в городе в этом... Нет, больших разрушений нету, потому что получилось так, что они вначале эти войска их ближе к границе российской где, и их сразу там это, их отогнали, и, то есть город они, как вот сейчас Донецк там показывает, этот город так не пострадал. Нету там, таких разрушений больших нету. Есть там одно-два попадания на краю, в крайне там где-то здания какие-то, а так нету ничего. Ну и все, вернулись. Мы, значит, выписали, вот, комендант города дал нам благодарственное письмо. Казачья национальная гвардия Вселенского, Казачья национальная гвардия Всевеликого войска Донского, город Антрацит, Луганская область, священнику отцу Иакиму. Благодарственное письмо. Мы, Казачья национальная гвардия, в лице коменданта города Антрацит, полковника Всевеликого войска Донского, пинежанина Вячеслава Валерьевича, благодарим за оказанную гуманитарную помощь жителям города Антрацит и Антрацитовского района. Комендант города Антрацит от Казачьей национальной гвардии Всевеликого войска Донского, полковник пинежанин. Ну, такое, значит, далее. Я и не просил ничего, а когда они там награждали казаков-то еще, которые там в боевых действиях участвовали, и вызывает, называет мою фамилию, вышел, и вот он мне там этот комендант вручил это. Вот, ну что,
сказать. Конечно, мы можем сегодня кто как об этом судить, но то, что они там разговаривают, допустим, казаки, которые там живут, ну, они жители, казак это такой же человек, говорит. Есть такое кино там было про Ермак, там умирает там воевода, говорит, ну хоть говорит, воевода, все-таки он человек, так это, хоть он казак, он все равно человек, и казак человек. Вот. Какое там отношение, за что они воюют? Они говорят, мы воюем, говорит, за свою жизнь, говорит, защищаем просто. Вот. Потому что так уже настроили те силы, видим, даже уже... Власть имеющая, Тимошенко как-то выступает и говорит, а эти, говорит, москалей здесь только, говорит, можно атомом травить. Прямо она во всеуслышание заявляет, что все нужно москалей вытравить отсюда, говорит, только атомными, значит, зарядами русских вытравить. То есть, скажем так, что информационную войну Россия проиграли. Они 20 лет это воспитывали это поколение с такой злобой и ненавистью ко всему русскому, что есть. Может быть, есть за что-то, но так, чтобы все. Сегодня смотрим, там они рассказывают, когда очевидцы, как храмы православные. То есть все храмы православные, которые где-то там на Западе, захватывают, просто выбрасывают, приходят вооруженные, а у них там нет, милиция стоит, спокойно смотрит, не заступается. Приходят эти молодчики там и выбрасывают верующих, там батюшку там вытаскивают из храма, и все, занимают все храмы. И во главе идут со священником, там эти униаты, которые вот, западные, вот они поддерживают и идут со священником, все, он уже заходит, священник уже служит в православном храме, и все. Чтобы не было православных, не было вообще там. Ну вот они говорят, мы это, защищаем это, за это, говорят, мы и воюем. Отделяться, что, говорит, от России, этого не было. Вот. От Украины. От Украины, от Украины, то есть не было. Только чтобы... А не за то, чтобы было как республика, ну вот у нас, допустим, республика Чечня в России Татарстан в России, у нас в Алтайском крае республика Алтай, у них отдельно президент, все, но они входят в состав Алтайского края России, у них там свой язык, допустим, алтайский язык, а здесь они сразу, что на русский язык и нет ничего, вот сейчас идут, у них к выборам готовятся, русских-то полно, а бюллетени только на украинском. Татарском и английском языке. А на русском, говорит, нету. Хотя русских-то там... Больше. Может, в некоторых городах и больше. То есть полностью, чтобы это... из ничто. Вот. Кто-то говорит, что они сами разорили, им помогать не надо, этим людям. Пускай, раз они в блокаде, то есть... пускай там они засыхают, как бы, в этом. Ну, это совсем неправильно. Мы... видим, что люди в нужде. Православные наши. Апостол Павел говорит, что сегодня они нуждаются, а мы в изобилии живем. А мы не знаем завтра, что будет с нами. Завтра может с нами быть это. То они тогда нам могут оказать эту помощь. Вот. Апостол Павел говорит, что как оказывать вспоможение. Допустим, сразу собирать. Вот объявила, допустим, завтра я еду, давайте соберем. 10 тысяч дать, это для каждого, даже 5, скажем, тысячу, и то это как-то, ну, накладно, заметно. Оно и тогда было так же. То вы, говорите, делайте так. В первый день недели каждый откладывай по твоему состоянию, сколько есть. Поставь это ковчежец, говорит Иоанн Златоуст еще. И каждый день становишься на молитву, положи рубль, там, 10 рублей. 10 рублей в день положить, это ничего не значит, верно? Ну, там даже 50. И так постепенно, пускай будет, когда придет время, нужда. Но это не прикасайся к этому, это уже не твое. Вот. И поставь, говорит, ковчежец ты вот своего, говорит, в том месте, где ты молишься. И тогда, говорит, дом твой будет огражденный. Потому что эта милость, она уже не твоя. Она Богу принадлежит, говорит, и Бог будет охранять ее. А так говорит святитель Иоанн Златоуст. Поэтому я советую всем сделать так. Поставьте маленькую, как по-нашему говорят, копилочку, не ковчежец. И помаленьку каждый день откладывай. Он говорит, что каждый день вы кладите там по 1000. Говорит, по состоянию. Кто сколько может. Ты можешь, может положить там 500, 1000. А кто-то может только 5 рублей положить. Нестор может рубль положить.
Но это уже будет что-то. Пройдет время, может быть, на нас через год потребуется открыть эту копилочку. Вот. Но когда люди находятся в таком состоянии, то не оказать помощь, это будет, ну как это, по какому? По-каковски. Мы живем, все у нас есть в изобилии, и ложимся в тепле спать. Не знаем, что покушать. Мы думаем, а что же мне покушать? Вот это или нет, этого я не хочу, вот это выбираем. А им там выбирать не приходится, когда нет ничего. Вот. Ну вот так вот. Какие вопросы есть ко мне? Вот я сейчас дам вам. Знаете, там. Только назад вернете мне. Здесь рассмотрите. И вот вам. Посмотрите, что узнает, передавайте туда. Что это такое? Тут как наконечник какой-то, да. Начиненный. Ну, стрелочка какая-то. Да, передавайте дальше, пусть посмотрим. Начинка. Что, Виктор Андреевич? Начинка. Чего? Снаряд. Бомб, снарядов. Снаряды примерно вот такого диаметра. Вот такого диаметра. 122. И где-то длиной они вот такие, наверное. И этот снаряд, начиненный вот этими стрелочками, в нем в одном снаряде 40 тысяч. Вот таких вот. Они плотно там, чем-то они облиты там, видать, парафином или чем, чтобы не высыпались. Но когда оно взрывается, они разлетаются и все поражают на своем, на большом расстоянии, все поражают. Все, если он просто снаряд был, там осколков-то было бы немного. Вот. Они большие, мог осколок там, такой, там половина, бывает там снаряды лежат разорванные. Бывает, он просто его разворотило. Там несколько осколков отлетело. То есть на мелкие. А это, представьте, 40 таких осколочков с одного снаряда разлетается. Это кассетные бомбы называются. Они запрещены во всем мире. А там их эти вот используют, как раз это украинская сторона, которая, они используют этих кассетных. Это остались еще с советских времен. Потому что там на Украине много было, там, говорят, склады были забиты оружием. И они эти. Там все лежали эти. И вот они используют их эти, потом фосфорные бомбы. Еще это тоже все запрещенные еще с тех советских времен было. Их нельзя среди мирного населения запрещено использовать. Только там уже на полях там боев где-то. Вот такие, значит, эти снаряды. Так, какие вопросы ко мне будут? А деньги у них украинские или русские? Деньги ходят у них все. И украинские, и русские, и доллары, и евро. Любые. Деньги любые. Вот. Все принимают. Ходят. Но в основном-то у них их национальная это то гривна. Называется гривна. Вот. Такие они небольшие тоже. Ну, деньги они есть деньги. Бумажные такие. Вот. Вы им там вопрос не задавали, они как объединиться с Россией-то, вот как Крым объединился? Нет, они, я задавал такой вопрос объединиться. Такой вопрос они даже не ставят, вопрос они. Они добиваются или автономии, или как вот, чтобы была как республика в составе Украины. С Россией, потому что объединиться с Россией, это нет, и Россия на это не настаивает, чтобы объединились они с Россией. Совсем другое положение, чем в Крыму. В этих-то республиках, поэтому они и нет на это. Они на то, чтобы быть как республика, чтобы у них было там, ну как, свои законы в республике. То есть есть у нас как федеральные есть законы, но есть законы, допустим, какие-то законы в Алтайском крае, в республике Алтай есть свои законы у них. Допустим, в Америке штатов много. В одном штате смертная казнь запрещена, а в другом штате есть, то смертная казнь разрешена. И бывает так, что преступник сделал там, убегает там в тот штат, где нет смертной казни, чтобы избежать этого. То есть в Англии запрещено наказывать детей, но есть у них там некоторые, как эти штаты, где в школе разрешено телесное наказание детей. Ведет себя плохо несколько, Иван. Ему, значит, розгами по заднице наклеют. То есть такие законы есть. Да. А чем в Луганске они занимаются? Какая у них промышленность, сельскохозяйство или заводы? В Луганск, до Луганска шахты мы не доехали, а антрацит там шахты. Шахты, антрацит. Шахты работают, шахтеры работают, там видели, автобус идет с шахтерами. Антрацит.
это шахтерский городок. Он небольшой городок, ну вот, но такой там видно эти, после шахты, да, эти породы-то, как они, терриконы называются, или как они там, большие такие-то, как пирамиды навалены стоят. Это порода, которая отработана. Да, порода там вот они. Помещающая порода. Ну вот так этим занимается. Ну остальное что там, торговля также, там школа. Там поля сеют. Мы остановились в одном месте, где вот техника-то там это разгром находим, фотографируем по этим по снарядам. Это все вдалеке видно, трактор пашет поле. Там среди поля танк подорванный. Но, говорит, он потихоньку разрезает, вывозит ее. Но это, говорит, еще не успели. Там два танка видно на поле там стоят. Но бывает так, что стреляли, когда то некоторые снаряды не разорвали, не разорвавшиеся есть на полях. То при технике, когда может он взорваться, когда если зацепит его плугом там или там комбайном, то может он взорвать этот снаряд. Поэтому проходят там саперы, кто специалисты и обезвреживают. И мы там были, подходит один мужичок, такой, значит, ну, как крестьянин, и он думал, что приехали разминировать, он говорит, ну, мое поле-то сегодня разминируйте, а то мне надо сеять. Они сеют больше озимой у них, сеют там, у нас-то озима редко, а там... А этот наш, который сказал, нет, мы, говорит, этим не занимаемся, у нас другой, это, говорит, другая там занимается, другие этим. Ну когда же, мне, говорит, сеять надо, а мое поле еще не это, не обследовали. То есть он боится, что может быть, даже это опасно, если не обследовали, потому что снаряды не разорвавшиеся, а где даже и мины заложены. Ну, ну. Так, еще какие вопросы есть? Ну, а вот про православные храмы, вот поподробнее. Он говорит, заходят молодчики, они вот выгоняют батюшку верующих, а дальше-то что они с этими храмами делают? Заколачивают. Заходят униатские эти священники, и все, и служат униатский храм. Под папу уже, будет вспоминать папу римского. А, униатский? Конечно. Я не расслышал. Униатский или там автокефальная украинская, где патриархом у них Филарет Денисенко. Который был когда-то митрополитом Московской патриархии, но там потом, когда выбирали патриарха, он думал, что его выберут, его не выберут, там еще что-то. Ну и получилось так, что осерчали, и он, его запретили, даже Московской патриархии, запретили его, сана его лишили, а он там, и он сейчас патриарх Украинской автокефальной церкви. Вот эти захваты, или униаты, или вот эти, значит, филаретовские, скажем, так вот. Значит, так все-таки между вот этой Новороссией и Украиной как таковой, у них общение-то между ними, между жителями-то есть какое-то или нет? Да, конечно, есть. Конечно, есть. Ну, где только они там, чтобы где стреляют, там нет, а так есть, конечно, они кто-то. Родственники там и там живут везде, это есть. Но они видят, что они заходят, допустим, так, зашли, отступили эти, не выдержали, украинские наступили, какое-то селение. Они сразу начинают чистку. Кто? Значит, давал нет какое продовольствие этим там казакам или ополченцам, кто? Сразу их, говорит, там арестовывают, вплоть до того, что расстреливают, находят могилы там, где потом их опять выбили там. По 30 человек, по 40 человек в одной могиле. Одну могилу нашли там 20 с лишним человек, молодые женщины все. Когда стали исследовать, все почти, говорит, изнасилованы и расстреляны. Были. Вот. Ну, так вот. А там не спрашивали, вопрос не задавали, сколько война-то это еще будет. И так желание этого украинцев захватить, ясно, что никто Донбасс не пойдет этого, на Украину. Сколько будет, одному может быть и Богу известно, сколько это будет. Мы не знаем это, потому что разобраться трудно. Война нужна и тем, и другим. Войну-то не украинцы разожгли, это всем уже понятно всего, кто войну-то разжег. Когда на Майдане-то были, им каждый день платили по $100, те, кто там, значит, ну, организовал эту демонстрацию. А сегодня это не скрывает, да, кормили их, одевали и кормили, и давали по $100 в день, чтобы они там поднимали это, бучу поднимали. Вот и все. Сейчас начали там они, что это, люстрацию проводят. То есть всех чиновников, которые были при той власти,
всех увольняет, отстраняет там. Так они не просто отстраняют, а вот вы видели, как показывают там, ловят там мусорные баки, да, все. А то просто заходят там, что угодно сделают, потому что у них нет власти, пожаловаться некому. Где? Милиция она бездействует. Поэтому как было, допустим, у нас там в 18-м году, там в 19-м, 20-м, когда точно так же могли прийти какие-то там, скажем, красноармейцы. Да, такие. И заходили спокойно в храм, там что, батюшку расстреляли, да, там забрали, что надо, и в дом расстреляли там, и все. Такое время, что у них сделалось. Это страшное, конечно, что. А война, она сколько будет продолжаться? А кто ее знает сколько? Она может завтра прекратиться, если договорятся там они. Они могут завтра прекратиться, эта война. Вот. Вчера слушал я по радио, выступает Порошенко, говорит, перемирие это мы договорились для того, чтобы нам, говорит, подкрепить силы. Теперь, говорит, мы подкрепили силы, подвезли, значит, там новое пополнение, значит, технику. И теперь после выборов сразу начнем. Он в открыто объявляет, что начнем дальше, значит, это воевать. Но еще не заканчивали, они продолжают. Ну так вот и в связи с этим вопрос-то назревает, а с этой стороны Донбасса, Луганска, они-то чем подкрепляются? У них сила-то подкрепляется или нет? Подкрепляется. Подкрепляется, она откуда-то подкрепляется. Я спросил, говорю, снаряды кончатся, вы чем будете? Он говорит, у нас не кончатся снаряды. Надо хватит снарядов. Едем по асфальту. Асфальт. Так, дорога еще ничего. Асфальтирована. Ну, вся в каких-то ямах. В ямах, ямах, ямах. И вдруг такая черная полоса через дорогу. Останавливается, думаете, что такое? Я говорю, да я не знаю, что такое. Что-то как вроде как гудрон разлитый какой-то. Вот. Это, говорит, здесь стояло, значит, вот этот град, он здесь залп дал. А от него, значит, там что, выхлопные газы или что там? Да. Асфальт. Смерть чего? Растопил. Ну, он не сильно растопил, а так. Черный, значит, видно, что... Полет. Да. И проезжаем километра два, точно такая же опять полоса. Еще километра два проезжаем, опять такая же полоса. То есть он залп дает, уезжает, где там по цели какой, и дальше, чтобы его не накрыли. Проехал по дороге. А по дороге они несутся быстро, километров 100 на машине, вот такие ямы, он между ямами, то есть... Это, я прижался, сижу, держусь, только бы, чтобы это... Не вылететь. Не вылететь, ой-ой-ой, несутся еще, а... Надо, говорит, быстро ехать, а то медленно не надо, говорит, здесь ездить. Надо быстро ехать. Так вы ехали на ихней машине? Они потом сели на ихнюю потом машину. Мы на своей машине не ездили. Наши машины остались на месте там, на квартире где. А ездили на ихних машинах уже. Которые нас казаки, да. А там встречали на своих машинах уже. Сопровождение которое. Меня посадили в первую машину сопровождения, а отец Иоанн сзади остался на второй машине сопровождения. Там уже так. Опасно. Ну вот так. А какой-нибудь сувенир-то памятный? Вот. Нельзя ничего было взять. Я там был, что разорвавшуюся гранату хотел взять, значит, взял. Там отец Иоанн гранатомет. Разорвавшийся, но уже такой. Да. Но они говорят, нельзя, это ничего нельзя. Говорят, лучше выбросить. Потому что на границе наши пограничники, когда едем оттуда, то они проверяют все. Чтобы не было ничего, никаких. Потому что вполне можно, хорошие снаряды лежат, если кто там использует, то может набрать, привезти. Там просто даже пулеметная лента, и видать, как были эти там ящики, она ящик-то разрезает, и прям целые пулеметные ленты лежат. Но нам пока-то не нужны. Понимаете? Поэтому на границе наши пограничники очень тщательно проверяют, когда едем оттуда. Вот. Вы боялись, да? Нет, а что бояться-то? Я ничего не брал. Эти я в карман положил, эти-то ничего, что набрал. Ничего больше. А больше ничего мы не дали. Я взял, но потом наши, которые сопровождающие, сказали, чтобы мы это все выложили. Говорят, а то, говорит, будет неприятности, говорит, там еще могут что-нибудь это. Ну вот так. Ну атаман как сам так по себе-то. Ну самого главного атамана мы не видели, Козицы. Он командующий войсками, он там находится. В Луганске, с боевыми частями-то. Вот, они, значит, у них как бы вахтовый метод. Они там сколько-то дней будут, потом приезжают, дня 2-3 здесь отдыхают, потом едут другие туда. Но когда начинается уже активное боевые действия, да, там уже все участвуют. Я говорю, а как вы имеете какое-то с другими, допустим, с донецкими? Да, конечно, говорит, у нас связь есть. Если им там где-то трудно, то они отсюда своих, значит, посылают отряды. Если там, то, значит... Сюда, значит, такое есть.
Вот. С коней можно на работу сходить? Не дай бог. Российских, я говорю, российские войска, нет, российских войск нет у нас, нету, никто, нету. Но добровольцы есть, добровольцы отовсюду, с Урала, с Читы, с Иркутска, с Красноярска. Есть, я говорю, с Барнаула. Ну, с Барнаула, говорит, не знаю, может, в других, где там частя, говорит, в нашей нету. В нашей, говорит, вот Щиты есть, и там мусульмане есть, которые здесь же с ними воюют. Ну и со с той стороны тоже это всюду, говорит, вот на днях, говорит, мы там блокировали, разбили отряд поляков. Поляки. Поляки, немцы, голландцы. Есть на той стороне, где с украинцем. С украинцем. Американцы, говорит, есть. Здесь не платят. Батюшка, ну понятно, что вы сказали, что вооружение и техника у них не будет недостатки, как они заверили, да? А вот промышленность практически не работает. Ну шахта только работает в одном антраците, а в других местах, где нет промышленности, где нет ничего не производит. Что, ни одной гуманитарной помощью? Ну, кто-то есть там, яблоки выросли. Там. Ну, печатных станков-то у них нету. Валюта-то вся какая находит. Ну, поймите, у нас, когда началась война, кто был, откуда, вообще ничего не было. Люди-то выживали. Тем более у них-то еще, что там, война-то идет с весны, считай, только еще. Там склады, вы говорили. И война и не так. Склады говорили, что там склады богатые людей. А, да нет, он же склад-то пустой, там они где склад выгружают, там было поместье какого-то богатого олигарха, он, говорит, сбежал, и вот на этом месте сейчас они там, у них это склад. Там у них склад с оружием, и вот эти гуманитарную помощь, которую все выгружают на этом складе. Значит, был такой видеосюжет, там казак один строил долгое время храм, где-то на высоте какой-то, я вот не помню это место. И вроде как этот храм много раз обстреливали, и ни одного снаряда не попало в этот храм. Не слыхал, такой разговор? Нет? Я не слыхал этого. Я видела это. Не знаю. Я видела даже этот сюжет. Разговора не было, я про это ничего сказать не могу, я этого не знаю. Может быть, вполне возможно, это я допускаю, что может быть, но я не знаю про это. А по географические вот боевые действия на какой территории приблизительно происходят? Сколько? 200 километров, 300 там? От российской границы? Ну, вообще, да, вот по границе. 60 где-то, километров 100 примерно сейчас, вот это, до Луганска, километров 100 примерно от этого, от границы. Вот они, вот там уже Луганск, где, да, Донецк еще там дальше, он как-то в стороне там немножко, в стороне там. То есть граница от Новошахтинска и до Донецка, она полностью контролируется уже казаками и ополченцами. Так украинцы туда тоже зашли, в окружную? Нет, получается. Ну, там, я не знаю, там где западная, там этого я не знаю, как это, какое расположение. Но здесь они свободны, здесь вот, дорога свободна, можно теперь возить. Таможни нет украинской, ее, значит, выгнали, ничего. Только наша российская таможня. Вот это достигнутое соглашение, что они должны отойти на 15 километров с каждой стороны, оно не соблюдается? Да нет, конечно. Кто там не смотрит? Там соблюдение это... То есть полоса разделения. Силой берется. Кто дальше кого отогнал, тот и будет. И все. Кто там соблюдает? Кто там? Когда он открыто сам выступает сегодня, перемирие, говорит, нам это на руку. Мы, говорит, за это время, говорит, силы обновили там. Ну, это предполагалось пополнение и все сделали. А они и говорит, казак, говорит, просто, говорит, видите, продажный, говорит, порой, говорит, вы окружили там в Донецке этот аэропорт, все. Хотели, чтобы они сдались, а все. И вдруг, говорит, нам команда, дать коридор. Думали, что для выхода они выйдут. Они не вышли, а наоборот оттуда подтянули еще технику и это и опять началось, я говорю. Вот так вот. Изнутри даже. Ну, вот так вот. Значит, такие дела. Какие вопросы еще? А что-нибудь слышно? Киево-Печерская лавра. Слышно? Киево-Печерскую лавру пытались несколько раз захватить эти. Уняты. Уняты, значит. Но почему-то, говорит, или кто-то из них с той стороны нашелся более благоразумный, что не допустили. Один раз совсем было уже. Вот, будто бы так кто-то там говорит, играл, ладно, мы ее за... А дальше что будем с ней делать? Вот. Содержать надо. Содержать надо ее. Теперь где это? В один день это храм, ладно, небольшой храм такой, допустим, как в Покровске захватили. Это люди зашли другие и все, и там служи. А монастырь там не просто, там такие здания, там все это нужно содержать. Кто будет? Монахов за один день их не соберешь. Туда. А других, кого соберешь, они за месяц все это разрушат, разворуют, и все. И никому понимаете? Не достанет. Поэтому пока Киево-Печерская лавра так и остается еще, значит, православной
подчинении Московского патриарха. И Почаевская лавра тоже пока еще остается так же. Но если они там будут на Западе света, то это ясно, что одного дня, значит, они свободно. Потому что, да. Ну, так вот, такие дела. Что, никаких больше нет вопросов? Батюшка, так это, вот это, вы так поехали туда, там же боевые действия, а вы-то у нас одиночки. Нет. Мы пожалели бы нас. Мы узнали, вначале мы с отцом Иоанном очень узнали, что если есть боевые действия, то мы не поедем. Решили, что мы не поедем. Но нас заверили, что где будем ехать, здесь боевых действий, говорит, нету. Если только уж случайно что-то может, прорвется какой-то там отряд или что-то. Но они охрану выставили. Охрана у него, значит, навешана. Здесь пулемет и еще такое, значит, гранаты. Здесь гранаты, здесь гранаты. Но ехали, отец и Анна потом остановились. Он говорит, а что у вас? Он рассказывает, здесь вот гранаты, это для ближнего боя. Там не были человеки, там вроде для дальнего. Там у него, значит, автомат. Это. А можно, говорит, вы как-то посмотреть, как это? Там без проблем. Снимает гранату, вытаскивает, там это, заталкивает ее в это оружие. Бабах, она только как-то звук небольшой, так пум! Такой, как плевок какой-то. И ничего нету нигде. Потом далеко там где-то, ну не знаю, может быть, метров 300, там 400, где-то смотрит, взрыв, взорвалась. Она в поле, он там выстрелил. Работает. Тут же он выстрелил, и все, пожалуйста, говорит. Проконтролировал. То есть они вот эти встречали, они вооруженные были, что на случай того, что если будет какое-то, ну, мало ли что, может какой-то там отряд или разведчики там попасться, там что-то. Ну. А так-то, говорит, свободные не были, поэтому мы и поехали. Они сказали, что дорога, говорит, до антрацита полностью контролируется казаками. Они постоянно, патруль ездит по дороге, и где-то через 10 километров примерно блокпост стоит, блокпост. На блокпосту там они тоже вооруженные, проверяют машины, которые там, люди, если проходят, кто-то там. Вот а так. То в Москве вот показывают, что снайпер-то этот появился, который одиночные машины расстреливает, и уже там четверо или шестеро убитых людей. Ну поэтому они машины вот по трассе, где выходят, где если это, то они быстро, говорят, ехать нужно быстро, ехали быстро. А пока ходили, я все свое пальто не снимал. А жара 20 градусов там. Ой-ой-ой. Тепло было, ну просто лето. Я ходил сюда, и в пальто-то уже этот казак, который... Да, батюшка, да снимите же вы пальто-то, ну... Ну я просто уже взял, снял действительно. А когда в машине поехали, окна-то все открыты были. И меня продуло, я так уже... Вот в Москву приехал, уже так чихал, и это, он сейчас нос он это, обметывает весь. Значит, продуло немножко, и это... Уже. Слава Богу, что вернулись живы и здоровы. Слава Богу. Да. Спасибо, Господи, вас. Ну все, что, занимайтесь. Батюшка, вот мне еще вот вопрос, такой комментарий. Вот вы говорили, что атаман, как бы он говорит, он тоже человек, да? И он как бы оправдывается, что мы воюем... Он не оправдывается нисколько. Он в этом уверен, и он не оправдывается. Это я так сказал, таким я словом. Не, ну мы же христиане, мы понимаем, что защищать свою жизнь – это не совсем богоугодное дело. Христос говорит, если гонят вас в одном городе, бегите в другой. Вот, а он и я к чему это говорю? Я видел по телевизору ролик, когда два вот этих атамана с двух сторон разговаривают по скайпу. И... разговор у них, а им обоим уже, видать, надоело воевать-то, кровь проливать. И они говорят, ну что мы, говорит, слушаем вот этих вот, которые это спонсируют, американцев, то все прекрасно понимают, все открыто говорят. Давай, говорит, уже соберемся, наконец-то, выпьем водки. То есть они не говорят, откроем Евангелие, прочитаем, что Господь говорит, что все православные, все верующие, все крестятся там, все. А... как это закончится, все это кровопролитие, это Сергей, все это? Ты как будто бы уверовал, когда принял, и ты из погреба не вылазил нигде, так сидел, и вдруг ты вылез, и вот, а что это такое? Ну ты понимаешь, что казаки, православие. Какое православие это где есть? Православие, но оно без Христа. Православие. Поэтому они, казаки, всегда, мы всегда защищали Родину. Казаки-то откуда произошли? Есть такие разговоры, что все люди-то, они от казаков произошли. Первые казаки были Богом созданы.
Понимаешь? Покров. С одним казаком разговариваю. Он, во, я сейчас узнал, что такое хоть покров, а то вот не знал, что. Батюшка объяснил, что это такое покров-то. Думали, что снегом землю покрыли, оказывается, нет. Казаки где-то воевали когда-то, и их окружили, там татары или кто. Им было трудно, что все, нет. И явилась Божья Матерь с покров, и казаки одолели тогда этих. Вот это покров. Это покров, это казачий праздник. У них все храмы только покровские у казаков. То есть Божья Матерь, она казаков покрывает. А ты как-то, Сергей, вот они православные, да мы православные. Да... Еще Грецию вспомни. У нас среди наших даже ближних, одна сестра однажды говорит, там я познакомилась там с одним, а я спрашиваю, говорю, а он верующий? Ну, он так-то верующий, но если брать как по-нашему, то нет, он не верующий. Он верующий, прав, но по-нашему не верующий. То есть ты сидишь вот по-нашему, значит, а вот воевать нет, отступать там. Но это казаки. Пойми, что это казаки там. И люди, которые там-то живут, хоть и православные, ага, бегите. Бежать-то не шибко, кто ждет, куда бежать-то сегодня. Да. Но мы ждем. Но. Да, ждешь. Когда приедешь? Через воскресенье. Так, следующее я буду через воскресенье. Значит, там что будет у нас, наверное, 9-е, наверное? Да, 9-е, 10-е. 9-го числа, значит, я накануне буду здесь. По-видимому, на следующее воскресенье. 8-9. Крещение будет или нет у нас, Татьяна? Да, вот батюшка. Ага. Да? Да, да? Да. Значит, я прошу ванну, в которой мы крестили, наша ванна, ее надо хорошо помыть, прочистить, воду куда-нибудь под дерево там слить. Помойте хорошо эту ванну, а то она там лежит, где-то вся в пыли, уже запылилась. Промойте ванну, приготовьте ее к этому. Через воскресенье, значит, 8-9 я буду жив-здоров, то буду здесь. Все. Ну вот так вот. Ну все, продолжайте дальше. Спасибо, Христос, батюшка. Если я, значит. Виктор Андреевич, это я вам. Сейчас что я хочу, чтобы просто посмотрите, так объявить. Нет, братья и сестры, я хочу вернуться. Минутку внимания еще. Я купил благодарственный акафист на русском языке. 20 рублей. Кто, у кого нет еще, кто желает, возьмите. Возьмите. 20 рублей спустите в кружку. Какую кружку? Ну, в храме из кружки. В ящик, да? Все. Да. Батюшка, а мне можно? Вон сзади просят. Рай, ну тебе есть. Батюшка, я есть. Вот Лена просила. Я привезу тебя. У меня еще дома есть Лена. Александр Михайлович, не дайте. Что ты такой? Это так, ну, я сказал в кружку бросить. Все за календари бросите в храме в кружку. Ящик. 20 рублей. Ящик. Да, 20 рублей. Ну, можете 21 даже. 20. Да, 21 можно. Вот она. Все. Еще раз хочу вернуться, братья и сестры, к стиху из послания апостола Павла к евреям. Не забывайте также благотворение, о чем сейчас батюшка говорил, и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. И батюшка еще что сказал? О двух, так сказать, подходах к вере. Как верить? Да, по нашим меркам, батюшка сказал, и неверующие. А у нас, братья и сестры, какая по нашей мерке, вот, я хочу сказать про нашу мерку. Тишину. У меня просто давно уже сердце кровью обливается, когда я смотрю на братьев или сестер, которые злятся друг на друга, которые не могут разговаривать между собой. Есть такие у нас? Есть. К сожалению, есть. О какой вере можно говорить? О каком страхе Господнем? О какой молитве? Когда мы говорим, Отче наш, прости мне мои грехи, которые, как и я, прощаю. Гордому Бог противится, а смиренному дает благодать. Бумажка есть у тебя? Нет. Давно уже хотел это сказать, но... Хочу это сказать. Но вздрогните, ну потому что умирать же будет каждый. Всякому однажды должно умереть. И не знаем, молодой ли ты, старый ли, не знаем, когда кто из нас умрет. Всякому однажды надлежит умереть, а потом суд. Ну как будем отвечать, если не успели примириться с ближним? Надо любить друг друга. Вот одно
сестра написала вот такое. Где ее лучше? Если вот здесь, это вверху. Как? Хорошо будет? Нет? Да, крест. Да, там крест. Крест. Ну ничего, крест он немножко там где-то захватывает. Да, это чуть-чуть. Да. За него, да? Под да, крест. За него, а? Да. Хорошо. Пропустить. Можно вот это его... Нет, почему? Под самый верх. А там крестом-то она там захватит. Вот он, все равно уже посчитать можно. Да, можно, конечно. Вот как красиво написано. Любовь должна. Да, кто сможет это сделать? На скотчем или как-то сделайте это, прикрепите. Но только не вот такие. Нет, нет, там уже есть все написано. В одном месте нет, много, не надо. Все, сюда. Место надо раз, нет, нет, ну там все. Нет, ну тут не само... Только не вот таким скотчем, когда половина букв не видно, кто так налюбил ужасно. Да, 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 смысл, да, скотчем нельзя. Возьмите. Возьмите. А лампадки-то это кто принес лампадки эти? Как Христос. Расскажи. Это не лампадки. Ну выступи, брат, расскажи. Давай, рассказывай. Это кубки. Вам поклон от мохнатого благовестника урагана. Он в очередной... Лампадки это... Он уже почти в колокол приравнялся. Он в очередной раз победил на соревнованиях, тихо, тихо. Вчера были в Новоалтайске. Кубок Алтайского края. Ураган первое место занял. Общий курс дрессировки и по защитно-караульной службе. ОКД плюс ЗКС. По двум видам. Да. По двум видам спорта. А тут второй кубок что? Это вот называется Кубок Алтайского края. ОКД плюс ЗКС. То есть там совместный кол. А это ЗКС, защитно-караульная служба. По защитно-караульной он первый. По общему курсу дрессировки он четвертый, а совместно ОКД плюс ЗКС он первый, да. Так что подтвердил свою квалификацию. Для помощника автомана подарил шапку. Вот трофей все-таки привезли. Красивый батюшка, красите. Я с ней ходил в Москве 3 дня, по Москве так и ходил. Тогда тепленько, да, хорошо, удобно. Ну и ходи. И да, сзади идет молодежь. О, у нас, говорит, кубанские казаки появились. А покажите, что там свет. Красный. Шашку договорилась. Крест, крест, крест. Самое главное. Покажите на камеру. Кокарды нету. Кокарды нету, батюшка. Ой, как красиво. Да. Он говорит, вот если бы шапку, говорю, он снял с головы, говорит, не побрезгуйте. Я говорю, да, нет. Он снял, мне надел. Она новая еще. И по голове как раз. И по голове как раз пошла, зашла. А я отцу Иоанну заказали новую, ему там сшили новую, тоже подарили. Красота. На кавилавку похоже. Ну еще, братья и сестры, я хочу вас поздравить, что у нас еще вернулся обличающий глаз. Так что мы предоставим это слово этому глазу. Брат, расскажи о себе. Я буду на тихточку. А почему обличающий? Ну я что хотел сказать? Кто еще обличает? Как он? Пройти ему разрешите, я сюда пройду. Скажу я быстро. Игнать Тихоныч, я не задержусь сильно, вы уж не волнуйтесь. Я хотел тут про 7-й Вселенский собор сказать. Английская пословица есть такая, что у каждого человека, говорит, есть свой шкелет в шкафу. Скелет – это страшное такое, знаете, череп и кости. Это нечто такое, которое разоблачает человека, и из такого прекрасного джентльмена оказывается, что это последний подлец. И вот этот шкелет в шкафу как раз относится к 7-му Вселенскому собору. Ни к другому не относится никакому. Ни к первому, ни к второму, ни к третьему, ни к четвертому, ни к пятому, ни к шестому. Именно только к 7-му. А почему? Торжество православия. Торжество православия, запомните, всегда это все кровь. Это страшная кровь, которую проливали самые, что ни на есть, вот эти вот казаки, которые ничего не знают, в общем. Это те люди, о которых говорится в притчах Соломоновых, как глупость, как невоздержанность, как... Самое большое непотребство, все, что Бог ненавидит, все в этих людях. Они шаг вступают, и кровь брызжет в разные стороны. Вот эти люди. И они сейчас у власти. Что этот Порошенко, что здесь эти донбассцы с луганцами. Это друг друга все стоят.
Ну и Сергей задает вопрос и отвечает на него. Это насущный вопрос наш, потому что он задал, брат, для нас вопрос. И вот сейчас как раз этот вопрос разрешает этот самый великий торжественный праздник 7-го Вселенского Собора Торжества Православия. 787 год. Ну, наконец-то, победили. А в чем война-то? Расскажите нам. Да вы что, не понимаете? Иконы надо почитать, их надо почитать. Их вот, это не икону целуйте. Это вот, давайте. Ну и чем дело закончилось? И был такой правитель, Исаврянин Лев. И он сказал, давайте так почитать. Мы выше подвесим иконы, чтобы бабки перестали по храму вот так шастать и целовать их. Когда идет служба, когда Богу служится в алтаре, поется. Ну что, сейчас не то? Да. Аминь. Ну и все. И тогда вот эти вот самые митрополиты, которые целой толпой ходят за патриархом, что они там ходят, вы мне скажите, интересно. Ну был Серафим Саровский. А что он великого сделал? Спасешься ты, и после тебя спасутся тысячи. Ау, ученики Серафима Саровского, тысячи, где вы? А значит, он не спасся, никто не пришел. Значит, сам-то не спасся Серафим Саровский. А Лев Армянин, ну что, неплохо, сказал царь. Если подвесили повыше, сейчас бы мы с вами ничего этого не знали. Иконы были бы на своем почетном месте. Все бы смотрели на них с благоговением. Потому что до них губами не допрыгнуть, ручками не поцарапать. А тут у нас как, привезли Коробейниковскую икону Божьей Матери. Все, она оказалась, ну там, чем-то знаменита, что-то там произошло у них, кто-то исцелился, как всегда, все хорошо. И что, как распространяется вера в Бога? Стоит вот такой этот отряд из дьяконов всяких там и других приспешников православных. И вот такие маленькие календарики, как вот, ну там ее икона эта. И он берет вот этот календарик, так, рука протягивается, так, по иконе вот так вот провел прям, распадал, опять берет, и там, три побольше, побольше мне три там, натирает на икону, опять подал. Все происходит в Покровском соборе. Торжество православия. Это только еще начало торжества православия. Этот Лев Исаврянин победил, все, подвесил иконы повыше. Бабки приходят, хоп! Целовать-то и стену. А, стену не будет целовать пустую, икона висит на своем месте. Бабки уже прижались. Что делать? Митрополиты там эти какие-то умные, которые ходят за патриархом толпой, подумали, что-то не хватает им. Почему? Сразу все отхлынули от православных храмов. Почему? Ну, иконы-то, главное, были иконы, а их сейчас нету. Все. Доходы в храмах, видать, начали уменьшаться. Что делать? Заговор против царя. А царь был благочестивейший, как вот Иоанн Грозный. Он такой был суровый, но ходил везде, сам пел, а в алтаре может заходить. И он в алтаре поет рождественскую песнь, канон, на Рождество Христа. И вот начинается запевание девятой песни. Он, видать, сам запевал хорошо это все. И все это в житиях святых описывается. И вот в алтарь врываются вооруженные православные мечами. И царя начинает, а царь-то этот оказался, видать, не робкого десятка. Он отскочил туда-сюда, его убить не могут. Они тогда уже все там, на престол его. А он взял крест, схватил крест с престола прям. И перед собой протягивает крест. Мужики, мол, вы что, песнь поется. Он-то сам, видать, ошалел аж от этого. Ничего, дорогой царь, мы тебя сейчас приголубим. Хабанекс, руки вместе с крестом. Торжество православия, мы победили, православные. Все, иконы быстро, давайте. Все, иконы повесили, бабки побежали все целовать. Все нормально, все успокоилось, все хорошо. Кровь там смыли, где там что завалялось. Торжество православия. Почему об этом-то не пишется? Так это только еще такая маленькая прелюдия. Запоминайте. Нам очень нужно запоминать цифры. 787 год. Мухаммед умирает в 632 году. И уже мусульманство на том месте, где когда-то было православное амирское государство. Начиная с конца 4 века и где-то до конца 5 века, приблизительно, ну где-то 570 год, было православное амирское государство, где был известный очень святитель Григорий Амирский. Чем он прославился? Тем, что по его молитве Христос сошел с неба. Сошел с неба, но не коснулся земли, а был на облаках, говорит, в пределах видимости. Но все видели, что стоит человек,
прекрасный юноша в облачении, все как надо, озаряемый светом божественным и так далее. И протягивает руку для них, чтобы, ну, как бы там, для благословения, в общем, получается. И все это увидели евреи, и там многие покаялись и так далее. 570-й год. Мы сейчас говорим о 787-м с вами году. Это 7-й Вселенский собор. И в этот момент полностью этот Аравийский полуостров, сейчас там Йемен, идут там бои, там сейчас чисто мусульманское государство, уже был давно мусульманским. Уже сколько он был мусульман? Ну, получается, 150 лет он уже мусульманский. И уже давно рассеялись турки-сельджуки по Египту. Помните, как Иоанн Златоуст отзывался о пустыне египетской? Да там рассадник православия. Туда только пойдите, и там вы увидите торжество этого монахов, монахинь там. Вот они там целыми огромными городами живут. Вот где жизнь настоящая православная. Все, нету никакого Египта уже. Никто уже не вспоминает. Златоуст так вспоминает, только неужели был такой Египет какой-то, где там были православные? Все уже, Египет полностью мусульманский. Уже Марокко, вот это вот все, Ливия, которую сейчас вспоминаете, да, такие государства сейчас. Они уже все захвачены турками-сельджуками. Уже они начинают переходить в Испанию. Уже Европу подошли. Уже к Константинополю, уже по Малой Азии идут. 787 год. Торжество православия. Решаем, иконы все-таки, бабки будут целовать у нас или нет. А в этот момент мужиков на лошадях тучами, которые вообще не нашей веры, и они точно знают, изображений быть не может. Никаких. Причем, ну никаких изображений жить не может. Почему? Потому что нам Мухаммед сказал, а ему какой-то еврей передал, что такой закон Бога, что изображение это плохо, там идолы и так далее. И этот собор не поставил ни одного вопроса. Поставили бы так 360 человек, и на 361 бы нашелся митрополит, который бы встал и сказал: братья, ну это да, порешали все, там руку ему отрубили, иконы опустили, пускай целуют. Но это турки-то, сельджуки, они уже вон там 30 километров от границы у нас. Может это, что-то начнем делать? Давайте постановление какое-то. Ну, и тут, как всегда, приходит правильный патриарх и говорит: ну-ка, слезай с кафедры, я пошел. Ну, брат, ты много сказал хорошего, только говорить, что заявлять, что Сергий Радонежский не спасся, Сергий Саровский не спасся, не надо. Так и самое главное, что, ну, не надо, все знают, что... Не бери на себя то, что принадлежит Богу. Все знают, что это изречение, о котором я сказал, его нету у Серафима Саровского. Никто не знает, откуда оно. Ну, значит, оно ему не принадлежит? Не принадлежит или принадлежит. Даже если принадлежит, все равно. Такое заверение делать не нужно. И тем не менее, уже большую часть собрания прошла. Игнат Тихонович, вам слово. Я только объявление сделаю. Кто останется на занятии, я привез документы. Ответ по Билайну пришел из прокуратуры и от комитета по правам человека. Второе. В интернете вчера мне скинули один материал, я заголовок прочитаю. Прочитай, брат, от плохого ты. Я открою. Ну? Да вон же сидит. Давайте мне. Прочитай громко. Вот это вот такая, три строчки, четыре. Вступление митрополита Волоколамского и Илариона. Волоколамского. Председателя отдела внешних церковных связей Московского патриарха. Патриархата. На открытии учебного года на Богословском факультете Южной Италии 17 октября 2014 года. Ага, интересно. Надо считать больше. В строках ошибки. Это считает. Хорошо. Если что-то будет с патриархом, заместитель патриарха будет. Очень умный молодой человек. И вот это вот 15 страниц я берегу. У меня картридж пустой почти. Стряхнули его, и все-таки я распечатал. И вот это он за раз прочитал, и никто не уснул, видно. Я сегодня утром такой все хватился, пока успеть. Это сейчас помог мне. Он рассказал о том, о чем сейчас вот брат Игорь говорил. Но только он все это обошел. А как раз об этом и говорит. Как приходило в этот класс православия. Это сегодня эталон православности. Это Алфеев, митрополит.
председатель по внешним церковным отношениям Московского патриархата. И он перед студентами говорит вот это вот все. Надо, чтобы кто-то начитал. Мы сегодня на занятиях, и Господь благословит, помаленьку начнем читать-то. А то у нас регламент, знает. Один регламент прочитать надо. Вы не думайте, что он доклад сказал. Ну, ребята, через неделю пройду, дочитаю. Мы обезножили. И умом такие же стали. Костыли нужны для ума. Я сразу скажу. Брата Игоря прервали зря. Но, Игорь, извлеки из этого что-то, а потом продолжишь. Спаси Христос. Когда я выступал, то в епархии сидели священники. Я выступал, говорил, 1 час 10 минут. Бесперерывно. И никто не спал. Не мог я отложить на следующий день. Один регламент. Мне дали слово. А на первом я слова ни одного сказал. Сегодня я только говорю, что если кто будет на занятиях, мы начнем читать. С малыми моими комментариями. Я поставлю это в эфир. И дойдет, может, до патриарха. Да-да-да. Он говорил с такой большой напряженностью, видно где-то, но он очень умный. Доктор богословия, там на каких языках он... Ну, то есть ему сегодня, может, в Московской патриархии равных нету. Он даже против Блюма, он митрополит Антоний восстал, когда там был. Но он здесь не договаривает, так много не договаривает. И получается, как выразился Илларион Троицкий, грубая, тяжелая неправда. Как православие приходило к власти, и что из этого было. И дальше идет умолчание к Святой Руси. Я дальше вставки сделаю, что он упускает, митрополит. Я знаю, что скажут, а кто ты такой, такого человека, вы говорите, сами великий, великий Бог. И он повелевает через слово свое рассматривать любого святого отца, любого собора. Не надо думать, что соборы проклинали друг друга и разбойничьими назывались. Бог будет судить не по соборам нас, хотя мы богатые православные, имеем 7 вселенских 9 поместных. Я их все правила эти проходил и говорю, что они нужны, но есть моменты, где нужно задуматься, как их исполнять. Изменилась обстановка. Повторяю, это не подпольный материал. Всего только 17 октября, неделю назад. Кто желает, сегодня останьтесь, скучать не придется. И хотел, чтобы прочитали вслух, ну кто умеет читать. А ну-ка, Никита, слова Иоанна Златоуста, только громко, четко прочитай, встань. Итак, вследствие того, что не можешь научить многих, не пренебрегай и немногими. И по желаниям великого не устраняй себя от малого. Если не можешь обратить сотни, позаботься о десятке. Если 10 не можешь, не пренебрегай 5. Если 5 не можешь, не презирай 1. Бог определяет венцы, сообразуя не с числом исправленных, а с намерением исправляющих. Если сегодня не убедишь, может быть, убедишь завтра. Если никогда не убедишь сам, ты все равно получишь совершенную награду. Если не всех убедишь, можешь убедить некоторых. Так и апостолы, хотя и не всех убедили, получили награду за всех, так как во всем обращались со словом проповеди, говорит святой Иоанн Златоуст. Так, говорите, призывайте, все. Нет, а что? Нет. Володя, пару слов скажи. Слушаем Владимира. У меня тема насущная, это о благовестии. Во-первых, о занятиях, вот сестра Татьяна Новикова, вот она сидит. Вот, она, как у вас насчет занятий проводить? Например, в понедельник или там в среду? Ну, какие можно, у вас дни? Наверное, во вторник, либо, наверное, утром, надо подгадать. А во вторник же у вас там какие-то занятия? У меня вечером, да, не я хожу. А утром как? Утром все на работе? Вечером я не смогу. Ну, надо посмотреть. Ну, а другие дни. Может, я не понял, почему тут обсуждать? Ну нет, просто чтобы все знали, что будут какие где занятия есть, проводиться. Я для этого тему понял. Ну, и Александр, и Александра Михайловна тоже. У меня можно сейчас проводить занятия. Если у вас сейчас, конечно, малышка, то... Нет, у меня там, они же внизу живут, а я вверху. У меня просто вторник, мы по вторникам проводили занятия. А я вторник, сейчас вечером учусь. Ну, вы решайте вопрос, можно ли у меня проводить занятия. Когда у вас? В среду, в пятницу? В любое время, как скажете. Назначайте сами, чтобы сразу все слышали. По среду, давай. Давайте в среду. В среду, в 5 часов, да? В среду, да. Пожалуйста, хоть 5, хоть 4, хоть... Только предупредите. Нету разницы. Ну, наверное, пораньше интереснее будет, кто может. Мне кажется, работают же люди, чтобы до 6. Ну, давайте с 5, с 6. Я думаю, с 5, с 6 это поздно.
5 часов тогда у вас в среднем. И по поводу благовестия, вот тут я поднимал вопрос этот, там, например, по деревне, как мы ездили в Потеряевке, что мы туда выезжали, проходили дома, просто даже раздавали Евангелие, вот это четверо Евангелие красное, людей. Если мы, возможно, сесть, собирали народ, беседовали, если нет, просто раздавали Евангелие. Там на дому с кем-то там на пару минут уделяли, отвечали на вопросы людей, по Слову Божьему. То есть как вот насчет этого? А Игнатий Иванович поднял другую тему, он хочет книги свои развести по Барнаулу здесь, где нет еще библиотека. То есть как вы, Игнатий Иванович, на это смотрите? Это доброе место. Тут вот еще что. Только что поступил на известие. Попы подняли такую атаку против книг в Московской области и начали работать по моим книгам. Ну и мне сразу вопрос, сидели умолились, я теперь считаю, что Бог мне положил это на сердце. Они спрашивали разрешение на министра, там, печати можно написать? Я говорю, пишите. Но они написали, сразу пошли, неизвестно что и как, но книги везде приняли. Приняли, при том с расположением, как говорят. Я ходил по Билайну, и вот поступило вчера утром письмо, два письма. Но что, когда я подал, они с первого дня, ну, начали меня бомбардировать. Какие-то звонки пошли непрерывно, я стал записывать, какое время, я знаю, сейчас показывается, написано неизвестно, или последнее на 16 заканчивается. Но так как эти письма поступило из прокуратуры мне и им, видимо, утром-то прекратили звонки. Сразу как кто обрезал. Целый день ни одного звонка. То есть они меня третировали звонками. А мне еще половина не слышу, а половину пренебрегаю. Но, видимо, там машина это работает. Она слишком синхронно по часам идет. Так что благодарение Богу. Если у кого будет желание, поблагодарите Богу. Сразу дали два ответа. Нет только СМВД. Благословите Господь. Достойно есть всякого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних распри, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведные суды Твои над Россией, за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое Бога Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов, вопия, Авва, Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спасибо, Христос.